Привет, с вами канал Ани Чихуахуа Сана. Сегодня мы на даче, я снимаю видео о вещах, которые я взяла для себя и для моей собаки на дачу. Так, давайте же начнем. В маленьком кармашке лежат мои наушники белые от Samsung. Мой телефон называется Samsung Galaxy S4 Mini. И мне нечего делать в электричке, поэтому я слушаю музыку. Следующая вещь, которая уже выпала из кармашка, это такая синяя складная дорожная щетка от Colgate. Я ее всегда беру, когда уезжаю куда-нибудь, особенно с ночевкой. Следующая вещь, которая лежит уже в другом кармане, это такой дождевик, который я взяла на случай дождя. Но, скорее всего, дождя не будет, я так надеюсь на это, потому что я не люблю дождь, и я очень люблю синий цвет, поэтому у меня половина вещей все синие. Следующая вещь, это такой ошейник Санин, он бархатный, коричневый, со стразиками. Следующая вещь, это такая расческа, обычная расческа из Fix Price, массажка, я очень люблю массажки, поэтому ими всегда расчесываюсь. Следующая вещь, это такие очки, опять же синие, мне очень нравится такой стразик, я эти очки покупала в Таиланде. Следующая вещь, это поводок Саны, такой радужный, он обычный, из ткани, но он нам подходит, поэтому мы им пользуемся. Следующая вещь, это такая помада гигиеническая от Mary Kay, мне ее дала мама, она очень приятно пахнет и вот такая вот на вид, такая очень приятная. Следующая вещь, это такой крем от Faberlic, мне его покупала мама. И еще один крем, который покупала мне тоже мама, и тоже в Faberlic. Следующая вещь, уже в другом кармашке, это такая косметичка, можно сказать. Мне лежат вещи моей собаки, но о них я расскажу вам позже. Следующая вещь, это шаль от собаки, от моей. Мы ее стелим себе на коленке в электричке, и Сана на ней спит. Что ей очень мягко и удобно, и тепло, если холодно на улице. Следующая вещь, это такая электронная книга, покетбук от Basic, Aubrey. Но так как нам очень задали много книг на лето читать, поэтому я ее всегда беру с собой, читаю в электричке или же на даче. И теперь подробно о косметичке Саны. Первая вещь, это такой контейнер с кормом. Корм это от Royal Canin. Он был до 8 месяцев, поэтому мы с Саней пытаемся его докормить им. Потому что Сана его не очень любит, поэтому мы пытаемся скормить, чтобы перейти на другой корм. Вот так вот выглядит корм. Следующая вещь, это такая железная мисочка. Мы ее взяли, чтобы наливать Сане воду в электричке, когда она хочет пить, потому что ей очень жарко. Она длинношерстная, поэтому мы ее всегда с собой берем. Следующая вещь, это такая игрушка, ботиночек. Подробнее об игрушках в моем первом видео. Если вы еще не посмотрели, обязательно посмотрите. Следующая вещь, это еще одна игрушка. Это Коко, это ее самая любимая, поэтому я ее, конечно же, с собой взяла. Еще одна вещь, это такой контейнер с витаминками. На утро мы пьем витаминку, которая... Мы разрезаем ее всегда на части. Следующая на день, это рыбий жир. На вечер мы тоже пьем рыбий жир. Но она его уже вчера съела. И на ночь, так как контейнер был пустой, мы никогда не едим ночью. Но все равно я взяла сюда, потому что контейнер был пустой. Это такие лакомства для дрессуры от Едук. Тоже фирма Royal Canin. И мы всегда этим дрессируемся. Саночка очень хорошо у нас потом выполняет команды с помощью него. Еще одна вещь, это такая вот колбаска от Beef Sticks, фирма Vita Craft, с олениной. Сане очень нравится, я ей даю поощрение. И последняя вещь, это такая вот маленькая расчесочка с частыми зубьями. Я ее покупала в обычном зоомагазине. Я ее взяла на дачу, чтобы прочесывать Сане шерсть, и заодно я проверяю, не сел ли на Сану клещ. Итак, это были все вещи для меня и моей собаки. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.